Мы на Турке, маяк. Ну, хотели полетать на квадрокоптере, но сами видите, обстановка какая воздушная. Так, а что? Пойдем сюда, пойдем. Иди сюда, за мной. О, наполняй ты. Начинает лететь. Взлет? Ну. Идешь. Камера села у меня одна, снимаем на телефон. Дополнительно. А маяк. Он далеко один улетел. А он там напротив, там рыбаки сидят вот. Все рыбу им распугали. И там сидят, и там, а здесь каток-то, смотри какой. Нормальный вроде. Угу. Ну погода, можно прямо в кофте, в принципе, ходить. Не замерзнешь. Сам воздух теплый, не то что солнце. А именно что? Вон, видите, панорамка. Прогулка 500 рублей. На аэроплане, понял? 500? Да. Народу он ног. Здесь очередь целая. Вот они летят, снимают. Вон тот двухместный один, а вот эти все одноместные.
наверное, 5 минут все летал. Пятихатку стоит. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Мы двигаем дальше.